Твое продолжение истории о том, как я выпрашивала айфон. Чем же это все закончилось? Конечно же, у меня все же осталась травма, как вы говорите, очень большая проблема, но я считаю, что большая проблема — жадничество мужчин в отношениях. Так как я бы с удовольствием купила бы айфон своему мужчине. Вы спрашиваете о том, остались ли мы вместе. Да, мы остались вместе, так как это все-таки мои первые серьезные отношения, я чувствую любовь к этому человеку. И надеюсь, что мы можем проработать этот вопрос экономичества. Как выглядят наши отношения на данный момент? После этой ситуации я стала больше присматриваться к нему. Действительно ли он скупой или нет? Точно я вам смогу сказать в апреле, когда мы пойдем к доктору по брекетам, спросим по поводу цены, сколько это будет стоить, и поможет ли он мне с необходимой затратой. Или же это просто жадничество определенно в мою сторону, и дело даже не в причинности покупки. Если у меня теперь iPhone, да, у меня теперь есть iPhone. Но очень важно то, что я его купила сама. Плюс мне немного помогли друзья, так как у меня есть друзья хорошие, которые также могли мне с этим помочь. Но, конечно же, мне было стыдно даже просить помощи у друзей, так как я считаю, что это обязанность парня. Помогать в таких ситуациях, а не друзей. Привет! Всем любимая хохлушечка! Так вот, знаете, что самое интересное? Я уже как-то выкладывала даже видео с ней, где она говорила, что вот немцы бесстыжие такие щеки, и вот один мне там предложил Netflix and Chill. Это ее старое видео. А сейчас она живет с этим немцем, который предложил Netflix and Chill. Все. То есть ей тупо нужно было найти место, где перекантоваться и кому сесть на шею. То есть она нашла жилье халявное. Ну а тот, соответственно, получил как бы бесплатную куклу для своих игрищ и, в принципе, доволен. Он не купил ей iPhone, он не собирается покупать ей эти брекеты, ему это все нафиг не нужно. И это правильно. Вот. Но что же у нее за друзья такие, которые купили ей iPhone? Скорее всего, я думаю, немец далеко не дурак и просто позволяет ей жить у себя, ну, потому что ему это выгодно. Вот. Скорее всего, он знает об этих друзьях, потому что, ну, я думаю, как-то странно, когда просто друзья покупают iPhone, тем более последней модели. Вот. И тем более, когда деваха выкладывает филейную часть прямо в самую зону кадра. Это говорит о многом. Но, тем не менее, будем смотреть, чем закончится все это.